Приветствую всех на моем канале, с вами юридические новости. Если вы желаете поддержать канал, ссылка в описании, всем заранее благодарна. Вопрос: как оплачивается больничный при болезни ребенка? Уход за ребенком младше 7 лет оплачивается за весь период болезни ребенка до 60 календарных дней в году по всем случаям ухода за ребенком для одного из родителей, до 90 календарных дней в году по всем случаям ухода за ребенком в связи с заболеваниями, которые включены в перечень. Уход за ребенком от 7 до 15 лет оплачивается до 45 календарных дней в году по всем случаям ухода за ребенком, из них по каждому заболеванию до 15 дней. Уход за ребенком с инвалидностью оплачивается за весь период ухода до 120 календарных дней в году по всем случаям ухода за ребенком для одного из родителей. Больничный оплачивается без ограничений, если у ребенка до 18 лет поствакцинальное осложнение или злокачественное новообразование. Если ребенок до 18 лет ВИЧ-инфицирован и лечится в стационаре, листок нетрудоспособности выдается тому родителю, родственнику, кто фактически ухаживает за больным ребенком. Если болезнь длится дольше, чем оплачиваемый период, родители или родственники могут оформлять больничный по очереди.